Ну и к новостям в мире. Резервы нефти в США достигли минимального за последние 38 лет уровня. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на отчет Управления энергетической информации, стратегический запас сырой нефти в США опустился до 427 миллионов баррелей. В последний раз такое наблюдалось в 1984 году. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж. Здравствуй, Мариам. Текущий объем нефти в стратегическом резерве страны меньше коммерческих запасов. США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире, пишет издание. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве страны на минувшей неделе сократился на 7 миллионов баррелей по сравнению с предыдущей. США в этом году истощают свой резерв быстрыми темпами. Министерство энергетики сообщило, что с конца марта уже продано 155 миллионов баррелей нефти для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. Да, цены на топливо в стране начали постепенно снижаться в последние 3 месяца. Но, вероятно, что такая мера не была столь необходима, пишет газета. Теперь истощенный нефтяной резерв оставляет США меньше вариантов в случае перебоев с поставками, серьезные риски которых сохраняются по сей день. Во-первых, экспорт нефти из России окажется сильно ограниченным после того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС. Во-вторых, страны ОПЕК могут резко снизить добычу нефти на фоне падения цен на рынке, о чем представители этих стран в последнее время все чаще заявляют. Коллеги. Спасибо, Айсанж.